В этом видеоролике мы приготовим уху из сазана в мультиварке Витек ВТ-4217. Нам потребуется 600 грамм набора для ухи, 100 грамм корня сельдерея, 3 моркови, 1 луковица, 1 пучок укропа и петрушки, 4 клубня картофеля, 2 лавровых листа, 1 чайная ложка соли, перец черный молотый по вкусу и 1,5 литра воды. Рыбу нужно очистить от чешуи, выпотрошить и промыть под водой. Для бульона подойдет набор, состоящий из куска рыбы весом примерно 300 грамм, головы и хвоста рыбы. В чашу мультиварки нужно поместить куски рыбы, 1 морковь, 1 луковицу, корень сельдерея и 1/2 пучка зелени. Далее в мультиварку нужно налить воду, добавить соль и лавровый лист. Включить режим варка на 40 минут. Когда режим окончится, извлечь рыбу и овощи из бульона. В бульон добавить нарезанный картофель и нарезанные 2 моркови. Закрыть крышку, включить режим суп на 1 час. Через полчаса кусок отварной рыбы отделить от костей, разобрать руками на мелкие кусочки, удаляя попадающиеся косточки. Добавить рыбу в уху. Затем в уху добавить мелко нарезанный укроп, поперчить и готовить до окончания режима. Когда режим окончится, уха готова. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.